Трехуровневые 12-я и 13-я береговые батареи размещаются на 650 квадратных метрах. На нижнем уровне находился командный пункт Черноморского флота СССР, подземный бункер с автономной системой жизнеобеспечения. Эта артиллерийская батарея была построена в 1895 году и предназначалась для борьбы с броненосцами, которые могли подойти с моря. Раньше в этой шахте была металлическая лестница, ее украли. От падения с высоты здесь погибли 5 человек. Сейчас шахта защищена решеткой. Так будет до тех пор, пока не удастся восстановить лестницу. Активисты организации «Граждане Херсонеса» уже проделали большую работу, расчистили часть объектов и вывезли 2 КАМАЗа мусора. Помочь привести в порядок территорию батарей приехали студенты из Томска. Ребята будут трудиться здесь в течение недели. Приехали мы сюда в качестве волонтеров. Помогать, как сказать, реконструировать такие памятные места. Мне очень нравится, если честно. Культуру нужно возрождать, потому что когда было, Крым был под ведомостью Украины, на эти места деньги не выделялись, и мы как группа волонтеров решили помочь вот Херсонесскому заповеднику. Вот. Во время раскопок волонтеры нашли интересные вещи. Баночка старинная такая вот. Патронов вот при расчистке из вот этого дворика за вашей спиной. Вот патроны разных времен. Немецкая надпись, табличка, пластиковая табличка. Здесь же нашли свинцовые печати 1903 года. С одной стороны изображен двуглавый орел, а с другой надпись «Бездымного пороха». Эти объекты в 50-е годы использовались для нужд запасного командного пункта Черноморского флота. После появились объекты для автономной защиты. Базы были снабжены системами вентиляции, отопления и водоснабжения. Недавно при расчистке была обнаружена цистерна на 9 кубов для хранения технической воды. Сейчас коммуникации не функционируют. Их нужно ремонтировать, а территории расчищать. Уже подготовлены к вывозу 10 КАМАЗов мусора. Сегодня волонтерам нужна помощь севастопольцев, готовых предоставить машины. Не откажутся и от тех, кто готов побелить и покрасить стены сооружений. Есть возможность разместить здесь артиллерийские системы различных эпох. Сделать реконструкцию каких-то древних орудий, поставить какие-то орудийные башни, может быть, со списанных кораблей или с того, что есть у военных на консервации. Ну, это было бы интересно. Общественная организация «Граждане Херсонеса» приглашает всех желающих помочь привести в порядок 12-ю и 13-ю береговые батареи – памятники нашей великой истории. Информацию о времени следующей уборки можно получить у Александра Рыженко по телефону 099-328-63-65. Алена Пашковская, Александр Листопад, Севинформбюро.